Думаешь, что нужно умная черепаха? Сейчас увидишь, что у меня не только есть мозги. Отойди-ка! Предлагаю провести в кухню! Получи! Предоставь драку мне! Сейчас я разбашу! Без меня не начинать! Сейчас я тебя размашу. Сейчас я тебе задам. Предоставь это мне. Воу! Получи-ка. Получи-ка! Сейчас я тебя размажу! Какое облегчение! Сейчас я тебя размажу! Кажется, я бить хочу! С огнем лучше не играть! Какое облегчение! Получи-ка! Ты следующий, Шреддер. Дураки,
Я не позволю вам со мной так разговаривать и не дам вам второго шанса. Мы должны нанести удар все вместе. В мире много чудес, и наши зеленые друзья со своим учителем, несомненно, являются таким чудом. С тех пор, как я с ними познакомилась, я попадала в различные переделки, и теперь я думаю, что меня больше ничего не может удивить в этой жизни. Но я была удивлена и обеспокоена, когда пропал Сплинтер. Потом я узнала, что за этим стоят стражи, но они должны были быть на нашей стороне. Но самым большим удивлением для меня была реакция стражей, когда я сказала им забраться на высокое здание TCRI. Почему меня это удивило? Да потому что зеленая жидкость, которая привела к мутации черепах и Сплинтера, пролилась из пробирок, на которых были написаны именно эти буквы – TCRI. Возможно, эти буквы смогут пролить свет на происхождение этой жидкости. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что вынуждена сидеть здесь и ждать их вместе с этим Кейси Джонсом. Фу! Думал, что я умею обращаться только с мечом? Воу! Думаешь, я просто умная черепаха? Сейчас увидишь, что у меня не только есть мозг. Давай покажем, на что способны настоящие ниндзя. Идем вместе. С огнем лучше не играть. Бояться нечего. Думал, что я умею обращаться только с мечом? Думаешь, я просто умная черепаха? Сейчас увидишь, что у меня не только есть мозги.
обращаться только с мечом? Как я и думал. Что это за мяч? Давайте поторапливаться! Нечестно атаковать отсюда! Это все верно? Я замерзаю!